Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в небольшом видео вы увидите брачные игры четырехколесных оленей. В отличие от своих четырехногих лесных собратьев, у четырехколесных оленей брачные игры длятся круглый год. Вот одну такую игру мы с вами наблюдаем сейчас. Водитель на Kia, поворачивая налево с правого ряда, заинтересовал водителя Mitsubishi, который не замедлил ему объяснить гудком, что о нем думает. Несмотря на восклицательный знак, водитель Kia проявлял удивительную резвость на дороге и, признаться, даже меня немного нервировал. Поравнявшись с Mitsubishi, водитель на Kia также ответил протяжным гудком на вызов и сделал жест, напоминающий подрезание. Водитель Mitsubishi не стерпел такой наглости и даже передумал завершать левый поворот и погнался за обидчиком. После напряженной, но короткой погони водитель Mitsubishi показал молодому сородичу, как нужно подрезать. После чего водители остановились обменяться мнениями. Надеюсь, все живы. Дорогие зрители, уважайте друг друга на дороге. Дорога не место для амбиций.